Здорово, народ, канал Сули Фокс. Сегодня первый день пребывания в Калужской области. В свободном плавании. Собрался сходить погулять в лес, просто погулять целью. Не стоит какой-то конкретный, то есть сбор грибов или рыбалка, или еще что-то. Просто прогулка. Ну и приглашаю вас вместе с собой погулять, посмотреть, что, как, где. Честно говоря, даже не знаю, куда идти. Вот, сейчас попробуем куда-нибудь в ту сторону, например. Ну все, погнали, посмотрим, что получится в очередной раз с этого мероприятия. Вот здесь раньше был пруд, назывался он Бойня, очень-очень большой был. Он заливал всю территорию, вот этот пятачок, который сейчас есть. Но сейчас здесь завелись шерстяные строители, бобры так называемые, которые решили то, что этот пруд слишком большой. А они просто его спустили, то есть прогрызли, я не знаю, как это назвать, вытащили, проточили всю плотину и, грубо говоря, часть воды спустили. Раньше здесь была плотва, карась, окунь, синец. Я не знаю, сейчас что-нибудь осталось или нет, но вот смотри, сейчас по воде, по глади воды есть разводы, то есть рыба какая-то все-таки здесь есть. Мне интересно, попадается ли или нет. Вода довольно-таки прозрачная. Она здесь, дело в том, что водоем такой специфический был. То есть он зимой здесь очень тонкий лед был, здесь очень много ключей. И вода здесь даже в 40-градусную жару была ледяная. Мне это интересно, осталось что-нибудь, не осталось. Надо попробовать взять удочку, наверное, как-нибудь сюда прийти. Время у меня, в принципе, есть. Может, завтра вечером наведаюсь сюда, посмотрю, удочку возьму. Вот. Лесное озеро, настоящее лесное озеро. Рыбаков здесь из местных жителей практически никого не бывает. Вот мне интересно, остался кто-нибудь здесь или нет из водяных обитателей. Завтра сделал болтушку, там взял я с собой сюда, привез опарыша червя. Пару удочек возьму, наверное, приду, попробую. Такую лужу плавать небольшую, не знаю, есть что-нибудь, нет. Вот. Я думал, честно говоря, вообще ничего не спустило. То есть мне ничего не осталось вообще, потому что он был заросший. В том году я сюда так пролезть не смог. За прошлом году, точнее. В этом году вот я сюда попал. Ну, посмотрим. Сейчас я пройду, попробую этой плотиной пройти. Хотя плотины вряд ли, потому что здесь все, вообще все позарастало. Очень тяжело стало. Грубо говоря, сейчас вышел на разведку, смотрю, что, как, где. И посмотрим, что из этого получится. Может, отдельно даже видео по этому водоемчику маленькому запишу, покажу. Такого в лесу. С той стороны елки, с этой стороны смешанка. Ну, что-то играется, есть здесь. Какая-то рыба, наверное, все-таки осталась. Вся не ушла. Но здесь следы кто-то вылезал. Или как кто-то что-то вытаскивал. Непонятно. Он же сам тот же бобр вылезал. Ну, посмотрим. Все, потопали дальше, посмотрим, что здесь дальше есть. Вот они. Лисички. Пожалуйста. Вот здесь. Вот она, еще лисичка. Лисички. Лисичек прям здесь много, очень-очень много. Я сейчас на подходе чуть-чуть срезал. Сейчас буду ведро доставать. Пол ведрушки нарежу. Больше брать не буду. Ставлю место немножко для других грибов. Сейчас вот искал, где перейти. Вышел на звериную тропку. И вот так выглядит очередное произведение инженерной мысли. Шерстяной бобряд. Вот такая плотина на плотине. Вот такой каскад плотин тянется по всему ручью. Вот где-то больше, где-то меньше. И, соответственно, здесь вот нашел, не знаю, лисья, наверное, тропа. По ней вышел. Вот сюда вот. Сейчас перейдем, пойдем во вражек, поднимемся и пойдем дальше. Вот. Кстати говоря, почему-то следов нету. Здесь переходим вот так. Так, все, перешли. Дальше ручей тянется по всему
леса туда выше, ниже. Ну, я, собственно, перешел на бугор, на другую сторону леса. Все, потопали дальше. Вот так выглядит старая пята. Они прошли уже, не успел я чуть-чуть собрать их. Пока они были, я был на работе в Москве. Они отошли, к сожалению. То, что осталось, целое деревище встречал, что облеплено старыми опятами. В общем, ничего не осталось. Сейчас вот набрал немножко лисичек. Лисичек набрал, поднарезал. В двух местах нашел. Благородных грибов пока не попадалось. Сейчас вот он дождик маленький начал муросить. Ухожу все дальше и дальше в лес. А, вон они, лисички. Попадаются лисички, благородных пока грибов не было. Вот. Вот лиса. Вот лисичка. Вот они. Лисички. Режу лисички, пока собираю, иду. Не спешу, а просто гуляю. Именно лисичек, то, что заготовить не успел, это единственный гриб, это лисички. Ну и опята. Ну, опята, соответственно, я еще успею в Подмосковье поездить, собирать. Ну, лисичек в Подмосковье, в те места, куда я ездил, их очень мало. Поэтому для меня наиболее драгоценные грибы – это лисы. Вот я их беру прям много-много-много. На зиму жарить с грибами – это очень-очень. С картошкой – это очень-очень вкусно. Обладают они весьма специфическим вкусом, запахом. Вот они еще раз тут. Вот такие полянки попадаются. Не вырываю с корнями. То есть они уже упадшие. Вот они. Хорошие. Пару раз сейчас попадал на ложные. Собирал ложные, видел. Сейчас, если еще попадется, покажу, чем отличаются. Хорошие лисички, лисы. Ветрушку наберу. Посмотрим, что получится дальше. Пока гуляю, гуляю по лесу, не спеша. Вон еще раз тут маленький. Видите, брать не буду, совсем маленький. Вот, ухожу дальше, 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 дальше по своим местам. Давно здесь не был, здесь вообще очень давно не был. Лет 5, наверное, в этом лесу. Посмотрим, что из этого получится. Вот еще лисы. Очень много лис, там очень сухие уже даже. Если время позволит, схожу специально за ними. Есть у меня пара мест таких интересных. Вот они хорошие какие, лиски. Вот. Все, погнали дальше. Опять нашел, но они уже все старые. Соответственно, их брать уже не буду. Очень старые. Если получится найти молоденькие туда, подрежу, если нет, тогда старье брать не буду. Не нужны. Сейчас вышел на край оврага. Начали попадаться вот такие вот ребята. Прячутся они. Под осиновичек. Посмотрим, что там. Мне сказали то, что ножки чистые, а шляпки. Да. Под осиновичек. Первый. Там подальше еще что-то похожее растет. Подойдем, посмотрим, что там. Вот, взял один. Прям, блин, прям то, что надо. Хороший. Нет, это не подосиновик, еще какой-то грибок. Не знаю, что за гриб, брать не буду. И все. С краем леса выйдем к елкам. Если я правильно вышел на тропу, должен дойти до елок. В этих елках посмотрим, белое. Все позарастало. Ни тропинок, вообще ничего нет. Остались только звериные тропы небольшие. Ну и посмотрим, что же из этих звериных троп на нас приведут. Вон чья-то шляпа. Вон подосиновик. Ему все, по-моему, готово. Вон еще один. На. Вон еще один брезгуй готов. Вот он маленький совсем. Смотрите, какой маленький совсем.
Вот он какой. Интересный подосинник. Так. Пойдем. Подосинники, причем в Калужской области, они очень любят овраги. Вот такой интересный. Да, вон он, гигант. Растет, я думаю. Да. Все. Он отжигший, просто покажу его. Какого размера подосинник. Вот. Оп. О, здоровый. Мы его оставим здесь. Уже все. Свое отжил. Вышли на место, где попадаются подосинники. На овражек. Ну, походим, пособираем. Может, что-нибудь интересное найдем. Я сейчас во враге одного увидел. Сейчас спущусь, посмотрю. Подосинник или нет. Не бывает здесь людей, местные сюда не ходят, не заходят. Вот такие типа меня. Дети, своих детей, своих родителей, которые остались, которые еще охотой занимались, научили, спели. И те дети, которые не спелись, еще более-менее живут достойно. Это да. Вот какой-то грибок. Не знаю, что это за гриб. Брать не будем. Пойдем подали. Все, потом вышел, начали опять попадаться. Но это уже лопухи. Я такие не беру. Вон они вдоль дерева пошли. Здесь. Вот они еще здесь. И земля вот так вот растут. Вон дерево упало. Сами дерево. Они уже переросли. Они уже не нужны. Более-менее, если свежие маленькие будут, тогда нарежу. А так нет. И вот там во враге. Камера, наверное, не добьет, там просто все в этих лопухах, все в этих опятах. Там их великое множество. Сейчас спущусь, покажу. Там их очень много. Вот он. Вон они. Вон они. Прям по всему оврагу. Везде их много. На протяжении всего оврага их просто. Я не знаю, их очень много. Все особо голодные. Какие-то напали бы на этот след, тогда бы, я думаю, народ бы порезал. В Подмосковье бы они бы так не выросли. А здесь народу почти никто не бывает. Очень-очень редко. Ну, опять сейчас не мои грибы, я немножко за другими пришел. Вон они. Ой, блин, сколько их здесь ужас. Ребята, сколько их здесь. Вот они, вот они. Вот они. Вот они, вот они, вот они. Вот они, вот они. Вот они. Вот они. В принципе, можно собирать, но я не стану. Во-первых, не загреваем, пришел просто погулять. Во-вторых, они мне не нужны. За свежими съездим. Сколько они здесь? Ух. Масса. Просто масса. Все, топаем дальше. Вот он подосиночек спрятался. Местный. До этого 2 недели назад просто в голове подосинку было их. Немерено было. О, блин, даже срезать не надо. Чистенький. Хорошенький. Берем его. Дождик затих. Дождик стучал по листьям. Затих. И вот так вот ходишь, смотришь. Зеленые, не зеленые, желтые, красные пятна. Юшка, прям здорово видно. Лисички. Под березы какие подосинники. Под березы, кстати, нету. Вот они растут. Ребятишки. Пойдем мимо. Вот. Пошли. Сейчас краем-краем. Овраг, думаю, блин. Вот он спрятался. Подосинник. Ну, он тоже отошел уже. Потому что срежу, покажу просто. Вот он. Какой. Ух. Хороший. Был. Когда-то. Так, нож убираем. Все, погнали дальше. Шел, шел, вот увидел.
черноголовик. Попадались мне две штучки, попалось. Сейчас вот какой попал. Что-то за гриб. Правильно, подберезок осенний. Серая шляпка. Сейчас мы срежем, заберем с собой. Вот. Срежем. Удобно, блин. GoPro-шку не хочу включать. Вот он. Вообще чистенький. Хорошенький. Возьмем с лисичками. Вот. Отварим, заберем с собой. Вот лес такой довольно-таки чистый, идешь. Я, кстати говоря, старую тропу нашел, по которой до этого ходил. Я потерял сначала, не нашел. Ждал, потом увидел, вышел на нее. Но она мне не нужна. Буду идти дальше своей тропинкой. То есть она мне как для ориентировки. Потому что я все-таки правильно иду. И вот по этой стороне врага я так и продолжу идти до елок. А в елках должны быть беленькие, как мне отец сказал, где какие грибы находятся. Я примерно на скидку выбрал себе маршрут, по этому маршруту я и иду. Вот она, эта тропинка. Раньше по ней очень много народу ходило. Вот она пошла туда. Вся она еще не заросла. Повалила, очень много повалили. Раньше чистили, сейчас никто здесь не ходит, никто не собирает. Хоть никто этим не занимается. Ну, а мы и так пройдем. Мы свои места знаем. Набрел, даже рыжики пошли. Это грузди осенние. Я его срезать не буду. Просто покажу. Вот он, повалившийся есть. С грибами. С молоком. Вот такие вот рыжики. Очень душистый гриб. Очень-очень пахнет такой молоком. Насыщенный запах такой у него. Вот, на грузди. Осенний гриб. Рыжик у нас называется. Пошли, даже их встретил. Да, в принципе, начало августа. Пора, они середина августа в большом количестве появляются. Как раз на оврагах. По краю с оврагами. Вот, пошли. Даже они появились. В прошлый раз я приезжал, по лесу лазил, их не было. Их не было, сейчас появились, начали расти. Это для особых гурманов, для ценителей, те, которые любят заморачиваться, вымачивать и так далее. Грузди мы их не собираем, редко очень, немного, небольшое количество. Вот. Пошли, я их тоже брать не буду, не надо, не хочу возиться с ними, того не стоит. Лучше поинтереснее грибы. Попривычнее. Белую или подосиновики или лисички. Вот три категории грибов, которых я буду сегодня брать. Больше не буду ничего брать. Ну или опята. Опята, если молодые. Она не, пожалуйста. Все дерево поваленное, вся береза была. В опятах никто не срезал, никто не забрал. Просто не было никого в этих местах. Вот еще опята. Вроде. Ну, вот они. Вот они, опенок. И вот они. Вот они, вот они, вот они, вот они. В разных количествах. На таких на поваленных деревьях. Очень любят они. Но мы их не берем. Потому что они переросли, и для нас они уже не интересны. Враг. Ветра гуляли, видимо, не маленькие. Весь овраг позаваливало. Ну, пойдем посмотрим, что там дальше будет. А вот это называется лесозаготовка, так называемая. Которая в последние, наверное, 5-6 лет стала весьма-весьма популярна в этих краях, к сожалению, в Калужской области. То, что приезжают фирмы по лесозаготовке и валят лес без разбора, оставляют после себя вот такие вот замечательные поляны, вырубленные, заросшие, по которым не пройдешь. Раньше здесь были сосны, ели, очень много было грибов, зверя. Сейчас вот остались вот такие вот безжизненные полянки. Через сколько лес восстановится,
неизвестно. Лет, наверное, через 10-15 хорошо, если хоть что-нибудь здесь вырастет. Ну, пока здесь вот такая вот плешки остались. К сожалению, печально это наблюдать. Особенно в тех местах, в которых ты вырос. Становился. Как охотник, рыбак. Ну, некоторые товарищи считают, что это так надо. Очень-очень плохо. Ну вот на тему, как отличить нормальную лисичку от ложной лисички. Вот ложная лиса. Вот у нее видно то, что у нее такие ворсинистые. Сверху они совершенно одинаковые, как обычная лисичка, вот, похоже. Смотришь, а вот здесь вот как бахрома такая. А обычные лисички. Вот такие вот разводы вот. Свойственны только лисам. Вот это ложная лисичка. Попадаются они редко, но попадаются. Будьте аккуратнее, внимательнее. Соответственно, мы их оставим здесь. Вот сейчас нашел поляну и вот нашел таких вот пушистые лисы. И они останутся в лесу. Будьте аккуратнее, бдительнее. Вот, мы продолжим сейчас подальше. Сейчас набрел на место, на такую, на опушку. Здесь очень-очень много лисичек. Вот. Сколько, 4 или 5 штук нашел ложных. Вот много опять. Вон она, лисички. Внизу. Оврага. Сейчас спустимся, посмотрим. Да, вон они. Лисички. Нормальный лис. По краешку оврага попадаются. Непонятный гриб. Мы их не берем. Вот она, еще лисичка. Вот еще лисичка. Вышел я краю лес. Сейчас думаю, как выбираться. Сейчас, наверное, до конца этого оврага дойду. Перейду по краю и пойду в другой лес сзади, и другим лесом вернусь обратно. Лисички. Маленькие совсем. Забираем. Вот они, лисички. Спрятались. Березкой. Место такое интересное. Березняк, припек. И вот здесь вот лисички. Попадается. Это уже третья точка, на которую я режу. Ну что, прошел, нашел березочек вот такой вот маленький. Вот такой вот подберезочек взял. Вот. И один под яблоник взял. Староватый, но чистый пойдет. Ну вот, в принципе, все. Чуть-чуть погулял по лесу. Прошелся, покрутился по своим местам. Изменилось, конечно, все. Много порезанного леса. То есть те места, где я раньше ходил просто по тропинкам, сейчас уже целые колеи стали тракторные. Много поломанных мест. Вот, набрал грибов, набрал немного. Мне много не надо. Для обработки взял одно ведро, набрал. В основном это лисички, подосиновики. Взял пару подберезыков, взял пару беленьких, нашел. Больше брать не стал, в принципе, мне хватит. Надеюсь, было интересно. Спасибо за просмотр. Всего вам самого наилучшего. Ну и завтра собираюсь на рыбалку. Посмотрим, что из этого получится. Ну, я надеюсь, вы увидите выпуск следующий по рыбалке.